Ребят, приветик. Сегодня 27 января, понедельник. На улице опять прекрасная погода, где-то плюс 10. И у нас на этой неделе такая вот интернациональная команда здесь машин собралась. Range Rover. Надо будет мне передний бампер подремонтировать и покрасить. Тут стоит у нас немецкий Porsche. Porsche Carrera, четверочка. Передний бампер надо будет покрасить, сделать. И пассажирское стекло вышла из направляющих и неправильно, в общем, функционирует, надо будет подрегулировать. Вот, ну и тут у них, у нас в компании висит на лифту, на лифте американский джип Wrangler Rubicon, и у нас здесь проблема с тормозами. Парень сегодня приехал, кое-как доехал ко мне на работу, переднее водительское колесо было полностью зажато из-за того, что он запустил тормоза, и вот передняя колодка полностью стерлась, и металл по металлу, ротор и колодка, в общем, терли друг от друга. Вот, и в результате перегрелся тормозной цилиндр, который надо тоже, его заклинило, и надо будет его менять. Ну и, соответственно, с правой стороны тоже будем все менять. Здесь состояние, конечно, лучше, но уже и колодки, и тормоза с обеих сторон будем менять. Вот, ну и заодно уже задние колодочки тоже здесь надо будет поменять, чтобы такое не произошло, как впереди. Вот, в общем, ребят, вот такая у меня работа сегодня и на этой неделе. Парковка забита, машина некуда ставить. Да, а вот запчасти привезли. Я покупаю запчасти с Автозона, магазин Автозон. У меня commercial аккаунт, коммерческий аккаунт, счет Самара Авто. Вот этот запчасти, которые я буду менять. Два ротора, два тормозных цилиндра передние, колодки, тормозная жидкость для прокачки. Все это стоит $376 минус 90. 90 они берут кор. Надо старые цилиндры вернуть, и они как бы их переделают. Или ресайкл, или новые будут делать. А минус 90, то есть весь парт обошелся запчасти $286. Вот, если парень, конечно, вовремя спохватился и дал мне знать, что у него проблема с тормозами, этого можно было все избежать, в общем, меньше, ну, финансово меньше ему стоило. Ну вот, ребят, такие дела у нас. На улице солнышко вон выскакивает, достаточно тепло. Так что дверь открыта, и мы работаем. Ладно, всем приветик, хорошей рабочей недели, и будем на связи. Пока-пока.